Так, ну, основных присутствующих отметил, потом еще по ходу нашей с вами работы продолжим. Я продолжу корректировать списки присутствующих. Так, ребят, я напоминаю вам, что у нас с вами на следующей неделе встречаемся мы возле 805-й аудитории корпус К. Будет тестирование. Будет проходить по расписанию. Тестирование за весь семестр, да? Здесь будут рассмотрены как вопросы, связанные с государственными финансами, то есть бюджетный эффект, бюджетный кредит, так и вопросы, связанные с финансами предприятиями, то есть, соответственно, безубыточность, расчет финансовых результатов. Сразу могу сказать, что прошлое семинарское занятие в группе B21701 показало, что ребята не вполне понимают структуру расходов, доходов, поэтому следует повторить эти вопросы, поскольку много было ошибок при написании работы. Поэтому ваша задача подготовиться к тестированию. Использовать на тестировании можно только калькулятор. Сразу после тестирования мы с вами загружаем наш результат на PDF МИФИ, чтобы у нас был закрыт второй раздел аттестации. Ну, в целом, конечно, с вашими группами проблем таких не должно быть с закрытием аттестации, поскольку у всех больше, почти у всех, да, больше двух докладов. Это дает возможность вам как-то корректировать свои разделы. Например, написали не очень хорошо итоговый тест, можете выложить одну из презентаций. На что хотелось бы обратить внимание? Очень много задач будет по формированию бюджетного эффекта. И вот, наверное, все-таки для того, чтобы мы повторили этот вопрос, а ведь структуру подобного вопроса, соответственно, сейчас, секундочку, очень хорошо работает компьютер. А чтобы, соответственно, корректно ответить на вопрос, вам четко необходимо представлять притоки и оттоки по бюджетному эффекту. Вот давайте посмотрим, начнем с разбора небольшого примерчика. Здесь заданы и денежные потоки предприятия, и соответственно, денежные потоки государства в связи с реализацией проекта. Ваша задача оценить бюджетный эффект. Вот пример вам, пожалуйста. Пока вы как раз-таки разбираетесь с примером, потом его обсудим. Жду ваших вариантов в качестве бюджетного эффекта. Я вас продолжу отмечать, поскольку я смотрю, ребята еще подошли. И как раз-таки мы с вами эти вопросы обсудим. Итак, перед вами примерчик. Я отправила его в сообщение. И жду ваших вариантов по решению. Ирина Владимировна, Да. извините, а можно, пожалуйста, еще вопрос по тестированию? Что? Можно вопрос по тестированию еще? Да, конечно.
Вы, наверное, знаете, что у нас сейчас вскоре будет КВН. Готовка к КВН идет. И такая ситуация, что у нас многие ребята там заняты. Ну, то есть получается вся группа, все три группы. Скажите, пожалуйста, а можно ли будет нам хотя бы хоть какими-то конспектами пользоваться на тестирование? У нас получается КВН будет 20 числа, а тестирование 19. Есть КВН, который проводится у вас в пятницу, совсем не в наш учебный день. А при чем здесь КВН и тестирование, которое будет в четверг? Я совершенно не понимаю взаимосвязи между тестированием и КВН. Тестирование – это обязательный учебный процесс. КВН, который у вас в пятницу, не в четверг. Причем тут тестирование и КВН? Я связи не увидела. Попробуйте мне объяснить. Насколько я понимаю, вам какие-то привилегии по тестированию, по КВН идут от Докучаева Василия Павловича. А мой предмет при чем? У нас финансы, с которыми вам работать и работать. Так, жду ваш вариант ответа. Так, на тестирование обращаю ваше внимание, использовать какую-либо, какие-либо источники литературы нельзя. Жду ваш вариант. Вот задача, будут такие задачи, не такие вот прям 100%, но я имею в виду, что там будет отдельная необходимость определения притоков и оттоков. А я вот боюсь, что вы забыли, как определяется бюджетный эффект, поэтому решила начать с повторения. Выплаты основной суммы долга, обратите внимание, по сумме кредита здесь равными долями. И вот эти 10% на остаток суммы начисляются. Ну и здесь такая вот ловушечка в конце. Ставка доходности, требуемая инвестором, 12%, а социальная ставка 9%. Какую ставку вы возьмете для расчета бюджетного эффекта? Какую ставку вы возьмете для расчета бюджетного эффекта? Ставку доходности, требуемую инвесторам, или социальную ставку? Так, значит, молчат.
Какую ставку вы возьмете в расчет? Ведь от этого зависит величина бюджетного эффекта. Социальную возьмем. Правильно, умничка. Молодец, молодец. Конечно, социально. Молодец. Так, жду еще вариантов. Жду еще варианта. Жду. Вот здесь очень важно четко разделять, что относится к денежным потокам проекта для бюджета. Да, то есть мы говорим о каких поступлениях? Поступлениях в бюджет. Обратите на это внимание. Так, все, да? Больше ни у кого не будет вариантов. Ну, давайте разбираться тогда вместе. Что мы включаем с вами в бюджетный эффект? В качестве оттоков на нулевой период у нас бюджетный кредит, выделяемый за счет средств бюджета, значит, нулевой период это минус 300. Первый год, из чего складываются наши притоки? Это. Для бюджета сумма притоков складывается из налога на прибыль, который нужно было определить вам. Из, соответственно, налоговых поступлений, из возвращенной суммы кредита, который мы выплачиваем равными долями, и исходя из процентов, которые в первый год мы выплачиваем ко всей сумме
выплачивают ко всей сумме с 300, соответственно, 1000 рублей. Правильно? То есть у нас получается сумма возврата кредита плюс процентов 130 тысяч рублей. Второй год все потоки будут такими же, за исключением, соответственно, процентов за кредит, которые уже будут возвращены с оставшейся суммы, а следовательно, с 200 тысяч рублей. И за последний третий год тоже меняется у нас только один показатель. Процентов за кредит третий год. Проценты за кредит у нас составляет 110 тысяч рублей. Сумма возврата основного долга и плюс проценты за кредит. То есть суммарно денежные потоки у нас будут представлены. Нулевой период минус 300. Соответственно, первый год 255 тысяч рублей, второй год 245 тысяч рублей, третий год 235 тысяч рублей. Таким образом, бюджетный эффект у нас с вами составит, так, по ставочке мы берем социальные, да, в расчетах бюджетного эффекта мы многократно говорили с вами, что получается у нас используются совсем другие процентные ставки, а не ставка, требуемая инвесторам. Для каждого участника вообще инвестиционного проекта определяется всегда свой денежный поток. Да? И вы могли обратить внимание, что для предприятия он будет складываться из чистой прибыли, а для бюджета совершенно другие элементы денежного потока. И на что хотелось бы обратить ваше внимание. В рамках тестирования будут вопросы, связанные с взаимосвязью между, например, показателем бюджетного эффекта и бюджетной эффективности, между ставкой дисконтирования и величиной бюджетного эффекта. Здесь естественно, что чем выше ставка дисконтирования, тем меньше значение показателя бюджетного эффекта. Чем выше значение бюджетного эффекта, тем выше значение бюджетной эффективности. И более того, мы можем вывести и такую взаимосвязь. Если бюджетный эффект у нас отрицательный, эффективность показателя, поскольку используются те же самые, соответственно, для нас параметры, просто в одном случае мы вычитаем, в другом случае делим. Если бюджетный эффект отрицательный, то и эффективность бюджета меньше нуля. Это мы говорили с вами об этом в самом начале семестра. Ну, возможно, какие-то вещи вы немножечко упустили. Итак, сегодня мы поговорим о бюджетном планировании, важнейшей составляющей системы управления бюджетом. С точки зрения планирования, вообще финансовое планирование – это более широкий вопрос, включающий в себя процесс определения количественных и качественных параметров развития финансовой системы. Долгосрочное финансовое планирование – это одно из основных современных направлений финансовой бюджетной политики Российской Федерации. В действующем кодексе, бюджетном кодексе Российской Федерации не дается четкого определения понятия бюджетного планирования, но исходя из других наших законов, подзаконных актов, мы можем себе определить бюджетное планирование как процесс, включающий в себя обоснование и прогнозирование объемов доходов, расходов, которые были получены и произведены за счет средств соответствующего бюджета, бюджетной системы. Это составляющая финансового планирования государства, одна из основных составляющих.
Финансовое прогнозирование – это предвидение возможного финансового положения, обоснование показателей финансовых планов. В Российской Федерации мы на макроуровне исходим из прогнозирования социально-экономического развития, которое опирается на систему четких правил, процедур. Если мы говорим исторически, то, конечно же, в Российской Федерации существуют свои, соответственно, особенности, поскольку относительно процесс планирования и прогнозирования исторически, сложился уже в последние годы. В связи с тем, что в советский период прогнозирование представляло собой централизованную систему, состоящую из иерархически подчиненных друг другу территориальных, региональных прогнозов. А вот уже переход к рыночной экономике активизировал региональную экономическую и политическую составляющую планирования. И централизованная система перестала отвечать современным условиям, вследствие этого была полностью разрушена. Ну, если вы читали историю, то вы наверняка знаете, что в советский период подобное централизованное планирование определяло, что производить, как производить, для кого производить и в каких объемах производить. Существовала такая структура, госплан, которая занималась изучением подобных вопросов. Более того, как вы знаете, искажения в системе планирования были вызваны, например, такими лозунгами, как перевод «Выполним пятилетку за 3 года». В условиях рыночного хозяйства себе трудно представить, что без дополнительного исследования рынка, без обследования возможности реализации необходимой продукции, мы будем задавать подобные приоритеты по выполнению и перевыполнению плана. Вот в каком бы отношении мы ни брали отклонение от плана, например, перевыполнение плана на 10% по производству продукции, мы говорим с вами о том, что система финансового планирования в таком случае неэффективна. При перевыполнении, например, более чем на 10%, мы говорим о необходимости внесения существенных корректив в систему финансового планирования на уровне государства, на уровне предприятия, ну и так далее. Регулирование социально-экономических процессов – это организуемая государством деятельность по использованию всех аспектов финансовых отношений в целях корректировки параметров воспроизводства. Финансовое регулирование осуществляется в рамках достижения гибкости системы планирования. Вот сегодня мы с вами наблюдаем достаточно четкую систему корректировки всех финансовых планов и прогнозов. Понятно будет, что в условиях столь быстро меняющейся внешней среды, внешнего окружения Российской Федерации, выполнение плана с учетом подобных изменений ставится под сомнение. И до сих пор мы не можем с вами сказать, будет ли, например, получен заданный объем валового внутреннего продукта Российской Федерации, или же все-таки мы получим отрицательный темп прироста. Ну, то же самое касалось, например, периода пандемии, когда прогнозировался в 2020 году, в 2021 году отрицательный темп экономической динамики, макроэкономических параметров. Однако в 2021 году мы не просто вышли на положительный темп прироста валового внутреннего продукта, но и бюджет был завершен с профицитом, как вы помните, да? Поэтому сказать сейчас достаточно четко о показателях, которые будут достигнуты к концу 2022 года или не будут достигнуты, мы пока не можем. Слишком подвижной является внешняя среда. Именно в таких условиях и применяются механизмы финансового регулирования социально-экономических процессов. Как вы видите, заданные ранее, и мы сегодня посмотрим с вами, социальные нормы и стандарты были
подвергнуты существенной корректировке в связи с высоким уровнем инфляции. А это тоже требует дополнительных ресурсов и перераспределения средств, полученных в бюджет. Оперативное управление финансами осуществляется осуществление практических действий по выполнению финансового плана, внесение корректив его показателей с учетом новых хозяйственных обстоятельств, изыскание новых источников формирования финансовых ресурсов и направление их эффективного вложения. В частности, опять-таки, именно сейчас мы сталкиваемся с такой ситуацией. Поиск новых источников финансирования, ограничение на использование существующих и накопленных финансовых резервов Российской Федерации приводит к необходимости формирования новых источников доходов и поиска новых контрагентов, которые будут сотрудничать, финансировать, участвовать в системе софинансирования российских программ и так далее. И финансовый контроль, то есть совокупность действий и операций за соблюдением финансово-экономического законодательства и финансовой дисциплины в процессе формирования и использования денежных фондов на макро- и микроуровне с целью обеспечения целесообразности и эффективности финансово-хозяйственных операций. С точки зрения подобной структуры, если вы уже изучали менеджмент, то вы видите, что все функции управления здесь принимают планирование, прогнозирование, регулирование, оперативное управление, контроль. Можно добавить еще финансовое стимулирование, которое является рычагом воздействия на экономическую ситуацию. И, соответственно, полный перечень функций управления будет здесь присутствовать. С точки зрения финансового планирования мы уже дали с вами определение и характеристику финансового планирования. И можно обратить внимание, что здесь мы рассматриваем стратегическое планирование, которое направлено на определение общей концепции развития финансовой системы. И оперативное или текущее планирование, направленное на определение конкретных показателей развития финансовой системы на текущий плановый период. В частности, когда мы говорим с вами, например, о планах социально-экономического развития на среднесрочную перспективу, он разрабатывается на период от 3 до 5 лет и ежегодно корректируется. В рамках подобных планов рассматривается оценка итогов социально-экономического развития за предыдущий период, концепция программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу, макроэкономическая политика, институциональные преобразования и их финансовое обоснование, аграрная политика, экологическая, социальная, региональная и так далее. Вообще система финансовых планов, она достаточно обширна и включает в себя перспективные планы, сводные финансовые балансы, составляемые на общегосударственном и территориальном уровнях, перспективное финансовое планирование на всех уровнях власти осуществляется в целях обеспечения координации экономического и социального развития, прогнозирования объемов финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения планируемых мероприятий, прогнозирования финансовых последствий реформ и определения возможности реализации различных мер в области финансов. Перспективный финансовый план разрабатывается на основе показателей прогноза экономического и социального развития. Существует еще такое понятие, с которым мы иногда с вами сталкиваемся, сводный финансовый баланс.
То есть баланс финансовых ресурсов, созданных и использованных на территории. Сводный финансовый баланс охватывает средства всех бюджетов, небюджетных фондов, предприятий, расположенных на соответствующей территории. И мы его можем с вами обозначить как расширенный бюджет, или бюджет расширенного правительства, расширенный бюджет правительства, который в отличие от консолидированного бюджета включает в себя все источники финансирования, существующие в рамках государства или территории, и включает в себя, например, бюджеты небюджетных фондов. С точки зрения классификации видов финансовых планирований мы можем выделить с вами по уровню финансового планирования макроэкономический, мезоэкономический и микроэкономический. Можем рассматривать по срокам финансового планирования стратегическое планирование движения денежных средств на период 3-5 лет с учетом долгосрочных вложений и выгод. Текущее планирование, которое определяет задания на текущий финансовый год с разбивкой по кварталам. И оперативное планирование, которое может включать период от 5 дней до 3 месяцев. И заключается в определении конкретной последовательности и сроков осуществления всех текущих расчетов. Вот если стратегическое планирование задает для нас ориентиры развития страны, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, то оперативное планирование позволяет дать ответ на вопрос, насколько достаточно текущих ресурсов для выполнения текущей деятельности. Да, поскольку в ином случае мы же каждый день осуществляем расходы, каждый день получаем определенные притоки денежных средств, если мы говорим об уровне государства. И, соответственно, здесь для нас важна достаточность источников финансирования для реализации текущих целей и задач. В ином случае возникает ситуация так называемых кассовых разрывов, да, когда необходимо сегодня осуществлять, например, первоочередные выплаты, ну, например, работникам бюджетной сферы, а средств в бюджете на текущем счете недостаточно для осуществления подобных выплат. И это уже ситуация, которая играет негативную роль на финансовых отношениях всей страны. Поэтому здесь, конечно же, каждый из элементов финансового планирования имеет свое значение и важность. Объектом финансового планирования мы выделяем с вами централизованное финансовое планирование, когда государственные органы управления финансов различных уровней принимают решения о бюджете, и децентрализованное планирование, которое возложено на финансовые службы организации и распорядители бюджетных средств у некоммерческих организаций. Методы финансового планирования весьма и весьма разнообразны. Давайте я сразу открою слайдик, и мы обсудим. С точки зрения метода экономического анализа, он позволяет определить степень выполнения плановых показателей за истекший период путем сравнения их с фактическими данными. Экономический анализ позволяет выявить факторы и причины, оказавшие влияние на выполнение плановых заданий предыдущих, текущих годах, а также резервы роста финансовых ресурсов, обосновать основные параметры финансового плана, определить недостатки в работе органов управления финансами в ходе составления и исполнения финансовых планов, подготовить предложения по их устранению. В рамках методов экономического анализа используются горизонтальный анализ, когда мы, например, с вами сравниваем текущие и базовые показатели. В рамках горизонтального
анализа мы можем рассматривать как абсолютное отклонение плана и факта или показателей текущего года от предшествующего периода и относительного, который характеризует темп роста. При котором мы текущее значение делим на предшествующего и умножаем эту величину на 100%. Показатель темпа роста. Так, сейчас, секундочку. Чаще всего мы используем дельта-показатель или темп прироста, при котором текущее минус предшествующее мы делим на предшествующее. Аналогичным образом рассматривается отклонение от плана, то есть факт, деленный на план, это темп роста. Факт минус план, деленный на план, это темп прироста по сравнению с предшествующим значением. Помимо горизонтального анализа в методах экономического анализа широко применяются показатели вертикального анализа, когда мы рассматриваем структуру бюджета, да, структуру финансовых ресурсов предприятия. С этими показателями мы тоже с вами сталкивались. Помните, мы рассматривали с вами структуру источников финансирования предприятия для определения средневзвешенной стоимости капитала. И, соответственно, рассматривали как соотношение элемент к общей сумме. Да? Элемент к общей суммы умножен на 100% или удельный вес каждого показателя в итоговом значении показателя. Структурный анализ также весьма важен. Помимо всего прочего, в рамках метода экономического анализа используется и коэффициентный анализ, с которыми мы тоже сталкивались с коэффициентами, в частности, при определении индикаторов. Да, индикаторов для оценки бюджета. И здесь мы рассматривали с вами такие индикативные показатели, как оценка качества финансовой политики, как раз таки, помните, по государственному долгу. С точки зрения нормативного метода, он предполагает, что плановые показатели рассчитываются на основе установленных норм и финансово-бюджетных нормативов. Нормативный метод предполагает наличие прогрессивных норм и финансово-бюджетных нормативов, которые являются качественной основой для финансового планирования и предпосылкой для соблюдения режима экономии. Кроме того, нормы и нормативы служат необходимым условием для дальнейшего внедрения экономико-математических методов финансового планирования. Еще один метод, с которым мы достаточно часто сталкиваемся, однако здесь на слайдике мы его не представили, но однако индексный метод предполагает использование системы разнообразных индексов при расчете плановых финансовых показателей. Его использование обусловлено развитием рыночных отношений, наличием инфляционных процессов. И в настоящее время применяются индексы динамики экономических объектов, то есть физических объемных средств. Уровня жизни, роста цен, например, индекс дефлятор, ну и другие индексы. С точки зрения методов, которые являются на текущий момент
времени весьма и весьма актуальная, это программно-целевой метод. Он позволяет оценить и выбрать предпочтительные варианты производственного, социального развития в отраслевом, в целом по территории государства, в региональном аспекте и используется, как правилами, органами государственной власти и местного самоуправления. То есть программно-целевое планирование мы можем с вами определить как систему финансового планирования, связывающую произведенные государственные расходы с ожидаемой отдачей. Еще один метод, достаточно интересный, это балансовый метод, который позволяет увязать финансовые ресурсы субъектов планирования с потребностями в них. Указать расходы органов государственной власти и местного самоуправления и взаимосвязать их. Установить пропорции распределения средств по направлениям использования. И распределить доходы и расходы по кварталам очередного финансового года. С точки зрения схемы процесса бюджетного планирования мы можем ее представить в виде следующей последовательности. Сценарные условия определяются в рамках подготовки прогнозов социально-экономического развития. В российской практике используется программно-целевой метод планирования, как мы уже говорили с вами, и на основе прогнозов социально-экономического развития осуществляется разработка целевых программ. Определяются основные направления бюджетной политики и формируется структура расходов. Далее осуществляется составление сводных финансовых балансов. Определяются бюджетные расходы по статьям, определяются бюджетные доходы по источникам и на данной основе осуществляется подготовка проекта бюджета. В Российской Федерации используется, ну, я сразу открою слайд, система бюджетирования, ориентированного на результат. В начале 2021 года подобная система стала основной для российской экономики. Мы вышли с вами на систему среднесрочного бюджетного планирования. Здесь были рассмотрены и использованы концепции бюджетного реформирования, то есть приближение бюджетной классификации Российской Федерации к требованиям международных стандартов, упорядочение процедур составления и рассмотрения бюджета, включение в перспективный финансовый план ежегодно смещаемого на год вперед распределения ассигнований между субъектами бюджетного планирования на трехлетний период, введение в практику бюджетного процесса, формирование ведомственных целевых программ, переход к распределению бюджетных ресурсов между распределителями бюджетных средств и бюджетными программами в зависимости от планируемого уровня достижения перед ними цели. И здесь уже приведение в соответствие с среднесрочными приоритетами. Расширение сферы применения механизма, отобранной на конкурсной основе региональных и муниципальных программ. С точки зрения бюджета, вот мы говорили уже, соответственно, с вами о том, что в российской практике используется система скользящих бюджетов и скользящих трехлетки. Вот, к сожалению, почему-то во время докладов на последних семинарских занятиях выступающие иногда даже не могли дать ответ на вопрос,
На сколько лет разрабатывается бюджет? Ребят, на 3 года. И более того, не на 3 года, вот, а через следующие 3 года мы разрабатываем следующий бюджет. Не приведи Господь, такую вам ответить на экзамене. Скользящая трехлетка подразумевает, что каждый год вносятся коррективы. Существует плановый период. Ну, тоже был, девушка, когда выступала, я уже не стала делать замечания. Значит, существует, соответственно, разработка бюджета на текущий период и 2 плановых года. То есть, если в 2021 году разрабатывался бюджет, то текущий период был 2022 годом, а 2 плановых года – это 2023-2024 год. Все время идет вот этот шаг Т плюс 1. В конце 2022 года будет осуществлена разработка бюджета на текущий 2023 и 2 плановых периода 2024-2025 годы. Да? То есть вот такой сдвиг. И переход от однолетнего бюджета, который фактически не давал представления об итогах инвестиционной политики государства, к трехлетнему бюджету дало возможность оценки государственных инвестиционных программ и проектов и оценки бюджетного эффекта в динамическом выражении, с учетом справедливой стоимости получаемых ресурсов, с учетом фактора дисконтирования, с учетом фактора времени. Здесь как раз-таки очень важным является еще один момент. Срок окупаемости государственных программ проектов, на которые государство выделяет средства в рамках финансирования на конкурсной основе, не должен составлять более 2 лет. Для того, чтобы мы вот за последний 3-й год могли рассмотреть непосредственно прирост бюджетных ресурсов. Понятно, что срок окупаемости, если будет равен периоду реализации программы, то никакого бюджетного эффекта мы не получим. Бюджетный эффект в таких условиях будет просто равен нулю. А вот год, который следует за окончанием срока окупаемости, будет годом, который покажет нам хотя бы начало получения бюджетного эффекта в положительном значении. Какие инструменты используются в рамках финансового планирования? Используются финансовые показатели, то есть директивы, директивные параметры качественного или количественного развития. Используются контрольные цифры, параметры перспективного развития финансовой системы. Финансовые лимиты, предельно допустимое по верхней или нижней границе директивное значение планируемого показателя. И нормативы, директивно планируемое соотношение между 2 связанными финансовыми показателями, устанавливаемое в процентах или в стоимостном выражении. Например, норматив фонда оплаты труда. Вот здесь хотелось бы остановиться отдельно на финансовых лимитах. В бюджетном кодексе определено понятие лимита бюджетных обязательств. Это выраженный в финансовом выражении объем средств хозяйствующего субъекта в статусе государственного или муниципального казенного учреждения на принятие тех или иных обязательств в рамках текущего финансового года. То есть лимиты бюджетных средств – это максимальные суммы бюджетных средств, которые учреждение может потратить на выполнение принятых обязательств. Если государственное учреждение приняло те или иные обязательства сверх лимита, то оно может быть оштрафовано. Кроме того, заключенные с контрагентами договора могут быть признаны недействительными в судебном порядке по иску распорядителя бюджетных средств, которому, например, подотчетно данное бюджетное учреждение. Стоит отличать лимиты от бюджетных ассигнований.
фактических объемов денежных средств, представляемых распорядителем того или иного подведомственного уровня или учреждения на конкретный финансовый год. Вот если мы говорим об финансовых ассигнованиях, это финансовый ресурс, который направляется из бюджета учреждению в пределах установленного для данного учреждения лимита. С точки зрения основных стандартов, с которыми мы сталкиваемся с вами, к основным стандартам относятся потребительская корзина, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, который применяется для регулирования оплаты труда и определения пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, также для других целей социального страхования. Право работника на получение заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда гарантируется Трудовым кодексом, действует на территории всей страны. Минимальный размер оплаты труда прописан в федеральном законе о минимальном размере оплаты труда. На очередной финансовый год устанавливается федеральным законом в текущем году и исчисляется, исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом за предыдущий год. Федерального закона постановление минимального размера оплаты труда подлежит обсуждению с Российской трехсторонней комиссией по урегулированию социально-трудовых отношений. И с 2021 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%. Соотношение минимального размера труда и медианной заработной платы пересматривается не реже одного раза в 5 лет, исходя из условий развития Российской Федерации. Минимальный размер оплаты труда устанавливается не ниже величины прожиточного минимума, и исчисление медианной заработной платы осуществляется на основании методики, которую, соответственно, использует Росстат. Естественно, давайте посмотрим на базовые стандарты. Федеральный минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года равен 13 890 рублям. С мая 2022 года новый федеральный МРОТ в связи с существующей экономической, соответственно, ситуацией был увеличен до 15 140 рублей. Однако субъекты Российской Федерации в целях внутреннего регулирования перераспределения социальных пособий могут устанавливать свои суммы минимального размера оплаты труда. И в Москве данная сумма составляет 21 тысячу, Московская область 16 тысяч, в Санкт-Петербурге выше, чем в Москве. Если в Москве 21 371, в Санкт-Петербурге 21 500. Саратовская область, например, минимальный размер оплаты труда без корректировки по новому федеральному закону на 1 января 2022 года составлял 14 300 рублей. Однако мы говорим с вами об общем размере минимального размера оплаты труда. Здесь, конечно же, мы должны с вами выделять различия, которые выделены в федеральном законе, выделяют минимальный размер оплаты труда, выделяют данные показатели, как мы уже с вами сказали, федеральные, и выделяют данные показатели субъекта федерации. С точки зрения прожиточного минимума, о котором мы тоже уже с вами сказали, с 28 апреля Госдума приняла решение, что с мая 2022 года
будет проиндексирован прожиточный минимум. И федеральный прожиточный минимум подразделяется на человека для граждан трудоспособного возраста, для неработающих пенсионеров и для детей. Как вы видите, прожиточный минимум для граждан трудоспособного возраста выше, чем, соответственно, для детей и неработающих пенсионеров. В городе Москва данные показатели выше. Для человека, на человека это 20 398 рублей. Для трудоспособного человека 23 294 рубля. Для неработающих пенсионеров 15 270 и для детей 17 630. Итак, мы же с вами сказали, что основой для бюджетного планирования являются базовые ориентиры, создаваемые более широким звеном финансового планирования. И с точки зрения финансового прогнозирования мы можем с вами также осуществить разделение. Финансовое прогнозирование может быть... Прогнозирование может быть финансовым, да, то есть это разработка и составление финансовых прогнозов, то есть научно обоснованных гипотез о вероятном будущем состоянии экономической системы, экономических объектов. А бюджетное прогнозирование – это обоснование, опирающееся на реальные расчеты и предположения о направлениях развития бюджета, возможных состояниях доходов и расходов будущих, путях и сроках достижения данных состояний. Сразу откроем. С точки зрения видов финансового прогнозирование выделяют по характеру исследуемых объектов развитие производственных отношений, развитие научно-технического прогресса и его последствий, динамика развития народного хозяйства, воспроизводство основных фондов, экономическое использование природных ресурсов, воспроизводство населения и трудовых ресурсов, уровня жизни населения, внешних экономических связей. По функциональному признаку или же по цели разработки выделяют поисковые прогнозы, исследовательские, изыскательские, трендовые, то есть прогноз, содержанием которого является определение возможных состояний объекта прогнозирования в будущем, и нормативные или программные и целевые прогнозы, то есть прогноз, содержанием которого является определение путей и сроков достижения возможных состояний объекта прогнозирования в будущем. По степени детерминированности выделяют детерминированные или определенные предсказуемые, стохастические или вероятностные, при анализе и прогнозировании которых учет случайных составляющих необходим для удовлетворения требований точности и достоверности прогноза, и смешанные, описания которых возможно частично в детерминированном, частично в стохастическом виде. Современные социально-экономические прогнозы, прогнозы финансового характера являются смешанными. Они учитывают и детерминированные параметры, и вероятностные модели для оценки будущего состояния финансовых ресурсов и финансовой среды. Также мы выделяем по характеру развития во времени объекта прогнозирования. Дискретные, то есть прерывные объекты, регулярные составляющие которых изменяются скачками
фиксированные моменты времени, а периодические объекты, имеющие описание регулярной составляющей в виде непрерывной функции времени, и циклические, имеющие регулярную составляющую в периодическом функционировании времени. Ну, пока немножечко вернусь. Еще, помимо всего прочего, конечно, хотелось бы сказать, вот по степени точности выделяют, соответственно, интервальные и точечные. По периоду упреждения мы выделяем с вами оперативный прогноз. Как правило, он рассчитывается на перспективы, на протяжении которых не ожидается существенных изменений объекта исследования. Ни количественных, ни качественных. И содержит, как правило, детальные количественные оценки. Выделяет краткосрочный прогноз, то есть прогноз на перспективу только качественных изменений. Среднесрочный прогноз охватывает перспективу между кратко- и долгосрочным прогнозом. И долгосрочный прогноз охватывает перспективу не только количественных, но и преимущественно качественных изменений. Содержит, как правило, качественные и количественные оценки. И период упреждения для социальных, научно-технических, экономических объектов долгосрочного прогноза может быть различным. Составляет, как правило, 5 от 5 до 15 лет. И дальнесрочный или сверхдолгосрочный прогноз, который охватывает перспективу, когда ожидаются столь значимые качественные изменения, что можно говорить о предвидении лишь самых общих перспектив развития общества. И, как правило, содержит общекачественные оценки. Период упреждения для социальных, экономических объектов, как правило, выше 15 лет. Классификация прогнозов по периоду упреждения ориентирована на деление, которое принято в экономическом управлении и планировании. Оперативное, календарное, до месяца, текущее, от месяца до года, перспективное, от года до 5 лет, и долгосрочное, от 5 до 15 лет. Также мы можем говорить еще об одном важном параметре прогнозирования. Это по форме выражения результата. Выделяют количественные показатели. Результат прогнозного исследования представляет собой совокупность количественно определенных показателей, характеризующих объект прогнозирования, и качественный результат прогнозного исследования выражены здесь уже качественных показателей. С точки зрения методов прогнозирования, одним из общепринятых методов прогнозирования является метод экстраполяции, который заключается в определении финансовых показателей на основе установления устойчивой динамики их развития. Расчет показателей плана прогноза проводится на основе корректировки достигнутого в базовом периоде уровня показателя на относительно устойчивый темп их прироста. Этот метод, как правило, используется как вспомогательное средство для первоначальных набросов, так как имеет ряд недостатков. Он не ориентирует на выявление дополнительных резервов роста доходов, не способствует экономному использованию финансовых ресурсов, так как планирование ведется от достигнутого же уровня, не учитывает изменения отдельных факторов планируемым году по сравнению с базовым для расчета периода и так далее. В рамках наших прогнозов достаточно часто мы используем уравнение регрессии. И в частности, уравнение регрессии может быть использовано для определения средств в рамках финансирования определенных планов и проектов. Ну и в частности, здесь вы видите уравнение и регрессии для объема финансовых ресурсов бюджета, где x
произведенная в отраслях народного хозяйства продукция и, соответственно, включающая в себя постоянную и переменную составляющую. А нулевое – это постоянное, а первое – это переменная составляющая. Вот давайте посмотрим такой момент и метод расчета линии регрессии, или в данном случае мы говорить будем с вами об уравнении затрат. Сейчас, секундочку. Для расчета в рамках уравнения затрат мы должны с вами, соответственно, использовать определенные методики и процедуры. Здесь мы используем метод выделения постоянной и переменной части затрат и построения уравнения затрат методом высшей и низшей точки. Это достаточно часто используемая процедура. Итак, для того, чтобы, соответственно, осуществлять расчеты в рамках данного метода, на первом шаге мы выбираем максимальное и минимальное значение объема. Объема валового продукта. Сейчас напишу сразу. Так, первый этап. Выбираем максимальное минимальное значение ВВП. Далее определяется разность в уровнях ВВП и объемах финансирования на втором этапе. На следующем этапе осуществляем с вами расчет переменной ставки расходов. Расчет переменной ставки расходов осуществляется как отношение изменения в объеме финансирования к изменению объема ВВП. Так, Артем, вы что-то хотите сказать? Или вы просто не выключили микрофон? Соответственно, на следующем этапе определяем с вами общую величину переменных расходов на объем производства. И, соответственно, определяем постоянную составляющую функции финансирования.
Итак, еще раз, ваша задача определить функцию финансирования сейчас. Y равен А нулевую. Секундочку. Ваша задача определить функцию, соответственно, финансирования. А нулевое – это переменная составляющая, а нулевое – это постоянная составляющая функции финансирования. А первая переменная составляющая функции финансирования. Итак, вот меня интересует А нулевое и А первое. И, соответственно, сама функция финансирования, какой она будет принимать вид. Жду ваших вариантов. А у меня ничего не написано. У Рыжикова y равен, а чему, непонятно. Так, ну давайте посмотрим, что должно быть.
Вот должна получиться была вот такая вот вещь. Итак, с точки зрения данной модели, конечно же, она подразумевает, соответственно, учет определенных закономерностей, но чаще всего, особенно в текущей финансовой ситуации, используется метод экспертных оценок, который строится на основе оценок, сделанных и обоснованных компетентными специалистами. И специфика – это построение рациональной процедуры интуитивно-логического мышления в сочетании с количественными оценками. Итак, мы сегодня рассмотрели базовые основы финансового планирования и прогнозирования. Давайте мы с вами определим присутствующих и отсутствующих. Я вот отмечала в начале, ну потом иногда просматривала, но все равно кого-то не нашла. Булгаков присутствует? Я не нашла Булгакова. Осипов присутствует? Я не увидела Осипова. Харченко здесь? Я не увидела Харченко. А, Харченко здесь. Харченко. Елена Владимировна, Булгаков здесь. Главное, молчит. Так, Черепанов появился. И. Все. Значит, я не нашла Осипова. А, Григорьева не увидела. Григорьева еще сегодня не увидела. Если здесь, напишите. Я пока не вижу Григорьева. А, Григорьев здесь. Григорьев здесь. Так, значит, еще раз, из 721 специалистов не нашла Булгакова, не нашла Осипова. Все. Из группы С21 711. Не нашла Москаленко. Не увидела почему-то сегодня Темеричеву Маргариту. И не увидела Кокарева Илана. Может, Иван просто вас не увидела? Если здесь, напишите. Осипов здесь, хорошо. Отметьте. Так, из группы B21701 не увидела Афонина. Не увидела Казаева. Не увидела Мехтиева, не увидела Шедловскую, не увидела Щитникова. Если здесь, то напишите, пожалуйста, сообщение. Все, я вас отметила. Жду вас на семинаре по расписанию, вашему расписанию, но 805-й аудитории. Контрольно у нас будет проводиться в виде тестирования. Если ко мне вопросы, задавайте. Если нет, тогда всем всего доброго. Елена Владимировна, а вы полка? Да, и что? Макроэкономические – это на уровне экономики в целом. Соответственно, микроэкономически на уровне предприятий финансовое планирование рассматривается. Мезоэкономически это может быть рассмотрено на уровне отрасли, региона и так далее. Конечно.
Елена Владимировна, а вы Булгакова отметили? Булгаков, подошли. Да. Хорошо, отметьте. Спасибо. Пожалуйста, сделать еще акцент на темы, которые следует обратить внимание при подготовке к тесту. Я должна сделать акцент на темах, на которые следует обратить внимание при подготовке к итоговому тесту. Да на всех темах. Смотрите, открываете МИФИ онлайн, там все темы наши выложены. Там по всем темам акцент. Там нету акцентов. Ну, бюджетные, соответственно, отношения, бюджетная система, вопросов там много достаточно. Государственные финансы, финансы предприятий, управление финансами, все темы, которые мы разбирали, все задачи, которые мы с вами прорабатывали. Это наш итог, это наш разбор. В принципе, в целом, как бы группа хорошо ходила, я не думаю, что возникнут какие-то вопросы, проблемы при написании тестирования. Вот все темы, которые мы рассмотрели на текущий момент времени, просматриваются, они все есть на МИФИ онлайн. С примерами, с формулами. Посмотрите их. Там не так уж много смотреть, в принципе. Так. Ну, у меня все. Если у вас еще вопросы есть, давайте. Если нет, тогда всем всего доброго. Хороших выходных. Спасибо, Даня. До свидания. Да, что вы хотите узнать про ваш внутренний долг? Я сейчас вообще не поняла ваш вопрос. Что, как? Ну, он по секторам экономики складывается. То есть это государственный внутренний долг, долги корпоративного сектора, долг населения и так далее. Он суммарный долг идет. До свидания.